సువనం కీర్తనం విష్ణుస్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం సఖ్యం దస్యం ఆత్మనివేదనం ఇతి పుంసార్పిత విష్ణు భక్తిశ్చేత్ నవలక్షణ క్రియేత భగవతి అధ్యా తన్మన్నే అధితోత్తమం Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что вы пообещали мне совершать Харибаджан. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, он перед всеми преданными он говорил, вы пообещали мне совершать Харибаджан, и поэтому я дал вам Харинам. Не пытайтесь как-то неправильно использовать это божественное знание. Вы пообещали мне совершать Харинам, совершать Бхаджан, и поэтому я дал вам Харинам, я дал вам возможность совершать Харибаджан. Но никогда не потеряйте это божественное знание. Используйте его по назначению, иначе Бхагаван Шри Кришна Чайтанья, он никогда не сможет нас простить. И суть в том, это Навадвипа Дхамма, она самая милостивая. Но это не значит, что мы можем совершать оскорбление здесь и просить прощения у Дхаммы. Это тоже одно из оскорблений. Так как Харинам, мы можем совершать Харинам, но если мы будем совершать грехи, полагаясь на силу святого имени, это оскорбление, это они самые такие грешники, те, кто совершают грехи, полагаясь на очистительную силу Харинама. С помощью Харинама Брахма смог создать всю эту вселенную, сотворить всю вселенную. Мы не можем осознать всего величия Харинама, но это не значит, что мы можем использовать неправильно это божественное знание, данное нам Гуруагой. И в начале всего я хочу продолжить вчерашнюю тему. Я сказал вам о том, что когда Чайтанья Махапрабху принял саньяс, и после того, как он принял саньяс Махапрабху, он хотел отправиться во Вриндаван. Но он не смог отправиться во Вриндаван, поскольку по желанию Нитянанда, Нитянанда показал ему неправильный путь, он вернулся назад. Но через какое-то время Гуранга Махапрабху он отправился в Южную Индию. И это было его первое путешествие. И вот вчера я не мог объяснить. Сейчас я продолжу и объясню то, что не объяснил вчера, и продолжим насчет парикрамы. Вы можете помнить, что вчера я говорил о Прабхудананде Сарасвати и Пракашананде Сарасвати. Они отличаются. И во многих местах, во Вриндаване и прочих, много споров на эту тему. Сахаджи и всякие философы, они пишут, что они не отличны друг от друга. Даже в Гаудиамате какие-то саньяси, они думают, что сахаджи правы, что Прабхудананда и Пракашананда, они одинаковые, но нет. Я даже написал книгу на эту тему. «Бай Сахаджи, какой же ты Гауди?» Потом на хинди это опубликовали, но на английском еще нет. И вот суть в том, что Шри Чайтанья Махапрабху, когда отправился в Южную Индию, и какова же причина была, зачем он туда пошел, чтобы спасти падших душ и проповедовать о этой прама-бхакти. Поскольку без Кришны никто не может распространить прама-бхакти. Враджа-према. Вот в Чайтанье Чаритамрите говорится, что кроме меня самого никто не может. Никакие другие аватары, ни Рама, ни Нарисимха, ни Курма, ни Вараха, никто.
То есть никакая другая аватара, кроме Махапрабху, они не могут даровать нам враджа прямо. Вот Кришна явился в форме Чайтанья Махапрабху, Гуранги Махапрабху. И вначале Махапрабху отправился в Южную Индию, чтобы проповедовать Према Бхакти. On the basis of Achintya Vedavit, to на основе Ачинтья Веда, Абьеды, чтобы сгармонизировать вот учение четырех ачарий, вот эти, все эти вайшнавские ачарьи, они пришли сюда, в Навадвипу, они были вынуждены прийти в Навадвипу. Даже Шанкарачарья был здесь, я могу дальше рассказать более подробно. И завтра особый день, день ухода Мадхавендра Пурипада. И поэтому завтра это большая тема, и завтра будет, будет говорить только о нем. И вот все читания Махапрабху с помощью этой Ачинтья Веда, Веда Таттвы, то есть истине об одновременном отличии и неотличии, то есть он с помощью Ачинтья Веда Бхеды он объяснил вот все вайшнавские учения. И вот Шри Чайтанья Махапрабху отправился туда. И в Ширангамам, Ширангамам это Вайкунха, которая снизошла в этот материальный мир, и там Шри Чайтанья Махапрабху явил такую лилу. Даже в Бхагаватам говорится, что в первой части Бхагаватам, что о предыдущей жизни Нарады, садхан-сидхи, Нарада, то есть Нарада, который достиг совершенства через садхану. Вот про этого Нараду говорится. И вот этот Нарада с его предыдущей жизни в Бхагаватам описывается, что некие саду пришли в его деревню, и в то время была Чатурмаси, эти саду, они приняли решение эти все четыре месяца находиться там. Там было, ну, прекрасное место в лесу, там была чистая вода, и поэтому они решили лучше находиться здесь и совершать санкиртану в течение четырех месяцев. И такого правила Чатурмаси, врата Пурушоттама, врата, такое правило, что саду должен находиться в одном месте, совершать баджан в одном месте, ну, чтобы не отвлекаться на путешествие. И вот поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, подобно садхаку, подобно практикующему, он решил, вот во время Чатурмаси он в Ширангаме будет 4 месяца, и в то время также описывается Нитянанда и Гауранга, когда они совершают какую-либо лилу, любую лилу в читании Бхагавата, в читании Чайтамрити говорится, что любые действия, которые совершают в читании Махапрабху, любой баджан, который он совершает, Анантадев он не может объяснить, настолько они безграничны, но в то же самое время мы не можем понять, насколько глубокое чувство в этой лиле, почему Шри Чайтанья Махапрабху находился там. Первое, для того, чтобы дать нам урок, что во время Чатурмаси мы должны находиться в одном месте и совершать баджан сложным образом, чтобы мы обрели ништху. Вот, ну, сегодня недостаток ништхи – это, ну, проблема, поскольку без ништхи никто не может получить прама-бхакти. И поэтому Чайтанья Чайтамрити дается такое предупреждение, что если в вашей жизни нет, что если в вашей жизни нету ништхи, то как же вы обретете прему? Можно, конечно, показывать на показ, что вы получили прему. Но Рупа Госвами, он покажет, что это не так, поскольку они
привели очень много признаков настоящей премы. То есть все признаки настоящей премы. Если кто-то просто плачет, это может, человек может плакать из-за лицемерия, чтобы показывать на показ, что он получил прему, чтобы ну, другие люди его уважали. Это очень скрытое. И вот после читания Махапрабху, so many points there. First point is that he wanted to preach this Vishuddha Bhakti, Raganuga Bhakti, where to stay. И вот он хотел проповедовать Рагануга Бхакти и где же ему остановиться в Южной Индии. И он остановился в доме Венкатабхаты, и они попросили Чайтанья Махапрабху, что вот Махапрабху жил у Венкатабхаты и в то время. И Махапрабху подумал, что да, хорошо, если я могу жить у него и также разрушить их сиддханту, поскольку они думают в Южной Индии даже с сегодняшнего дня, в любое место, куда бы вы ни пошли, они думают, что Лакшми Нараяна это наивысшее поклонение, это поклонение Лакшми Нараяны. Они даже до сегодняшнего дня не могут поверить, что поклонение Радха Говинды, оно наивысшее. И если еще дальше на север, на юг пойти, там влияние Шанкарачарьи, и они совершенно не готовы принять это, даже если привести им все доказательства из Писания, то их сердце, оно очень твердо, они не могут принять эту сиддханту. И вот в Кашидхаме также можно, я могу сказать, в Каше, когда Махапрабху хотел проповедовать эту проповедовать о том, что према, служение Радха Говинды, оно наивысшее, но как же проповедовать? Поэтому Махапрабху, он согласился жить в его доме, там, то есть не в доме даже, а там была какая-то пристройка, и Махапрабху там жил. Он слушал санкиртану, постоянно ходил в храм Шрирангама. И one out of six Goswami's men. И вот Гопал Бхатта Госвами, он один из шести Госвами. Он, чтобы благословить его, Гопал Бхатта Госвами, он вечный спутник Шри Чайтанья Махапрабху. И в то же самое время его Нити Сварупа, оно там находится там. Но так или иначе, в то время Гопал Бхатта Госвами, он был очень мал. Он был мальчиком. И он учился у своего дяди. Хотя слово дяди я не должен говорить, если вы думаете, что... Ну, можно сказать, что дядя, он, его был какой-то прежний родственник, когда Пракашананда Сарасвати был дома, вот, Пракашананда и Гопал Бхатта Госвами, ну, они были, как он был этих, его дяди, а тот был его племянником, соответственно. Но после того, как он принял саньяс, Прабхудананда Сарасвати, ни одного свидетельства, что Прабхудананда Сарасвати жил у себя дома, нет ни единственного доказательства, ни логического, ни исторического, ничего нету, нельзя это никак доказать, что он жил дома после принятия саньяса. How is that possible that when Chaitanya Mahaprabhu went there, it is there in Chaitanya Charitamrita, the Chaitanya Mahaprabhu staying there in their house, so sometime he coming there to meet Chaitanya Mahaprabhu to have a nice discussion. Махапрабху жил там, but that doesn't mean в его прежнем доме, и он приходил к Махапрабху, но это не значит, что он жил в своем прежнем доме. Он просто приходил встретиться с Махапрабху иногда туда. Хотя, смотрите, сам Шри Кришна, Махапрабху, сам Шри Кришна, когда Кришна явился в этом мире, в their house,
в доме Венката Бхаты, то кто будет следовать правилам и предписаниям, если сам Верховный Господь пришел в его дом и он принял саньяс, есть правила, после саньяса не должен возвращаться к себе домой вообще, но когда сам Верховный Господь, сам Шри Кришна Чайтанья пришел к нему домой, то кто будет следовать этому правилу? И в то же самое время, Ранганатх, that place is Vaikuntha. Это место, это Вайкунтха. No doubt. Нет никаких сомнений. Сама Вайкунтха явилась там. He is going out of home. И он вышел из дома. Он жил где-то там, рядом с этим храмом, с храмом Ранганатха. То есть, it is 100% possibility there. Возможность есть такая. Рядом с рекой Кавери, он где-то там жил. То есть очень такое спокойное место Баджана. Но люди Майавади, они спорят, как это возможно, что в Чайтанье Чайтамрите говорится, что Кришнадас Кавираж Госвами упоминает его имя, что он возвращался к себе домой. Но Кришнадас Кавираж Госвами нигде не пишет, что он жил дома после принятия саньяса. Но когда сам Шри Чайтанья Махапрабху был сам Кришна, сам Верховный Господь, он хотел раздать према-бхакти всем, то можно вспомнить, в Чайтанье Чайтамрите описывается, что вот Венката Бхатта и Шри Чайтанья Махапрабху, они что-то обсуждают, Венката Бхатта спрашивает, а Махапрабху отвечает. What is the point? То есть, почему Лакшми не может подойти к Кришне, например, и не обсуждают вот всякие разные вопросы. И в конце Шри Чайтанья Махапрабху not speak any answer, only he was bound to say, Prabhu, why you are speaking this way? Actually, Krishna and Narayan all the same. Mahaprabhu said, well, I know. Вот Венката Бхатта сказал, что Кришна и Нарайан, они едины, они не отличны друг от друга, но почему, но в то же самое время, почему Лакшми не может войти в Расалилу? Даже до сегодняшнего дня можно найти Лакшми Деви в Биллаване, она совершает аскезу до сегодняшнего дня, почему же так? И Махапрабху он хотел доказать, что Кришна Бхаджан, он наивысший. До тех пор, пока it was their personal belief that Lakshmi Narayan Seva is topmost. Они верили в то, что служение Лакшми Нараяне, оно наивысшее, никто не может опровергнуть это. So this way, и таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху, он опроверг это, их утверждение. И потом, когда Шри Чайтанья Махапрабху вернулся из Южной Индии, после своей проповеди там, можно вспомнить, there in front of Venkata Bhatta, перед Венката Бхатта, Шри Чайтанья Махапрабху говорил, don't arrange his marriage, Gopal Bhatta. I mean, Gopal Bhatta Goswami is fine. Вот он сказал, что для Гопал Бхатты не нужно женить его, поскольку он придет время, он примет отречение. И вот Гопал Бхатта, у него было служение, он массировал лотосные стопы Шри Чайтанья Махапрабху. Он был его такое служение, было, когда он был маленький. И вот после того, как Махапрабху вернулся из Южной Индии, then Chaitanya Mahaprabhu, тогда Шри Чайтанья Махапрабху, after minimum 3-4 years, Chaitanya Mahaprabhu again proposed to go to Vrindavan. Где-то через 3-4 года Махапрабху собрался идти во Вриндаван. Это был его второе путешествие. Is going Chaitanya Mahaprabhu going to Vrindavan? And while Chaitanya Mahaprabhu going to Vrindavan through Jharkhand, через Джараканд, after that Chaitanya Mahaprabhu reached Махапрабху дошел до Варанаси. In Varanasi, и вот Варанаси, it is Mayavadi place. Это место Майявады. There is always Brahma, Atma, Maya, and actually they are always speaking like that.
They never chant the holy name of Krishna. They don't believe. Никто не повторяет святые имена Кришны. Никто не верит, что имя Кришны вечно, и образ Кришны, его форма тоже вечна. И относительно оскорблений, из четырех анартх оскорблений есть одно оскорбление. Кришна сарупе, святого имени, бхакте, аннанаре. Four types of апарады. Krishna means the sarupa Krishna. Что, you don't believe that is one kind of. Если мы не верим в форму вечную форму Кришны, это оскорбление. Who never believe? Who never believe that Krishna having eternal feature, нитья сарупа, вечная форма, нитья сварупа. You should not see their face. Вы не должны видеть их лиц. It is written. Those who are going to see their face, then Yamaraja can give them punishment. It is written. Yamaraja накажет их. Это в читании читаете описывается. Where is not? Je nahi vigroho nitto kori mane. It is written for them. Yamaraja arranging punishment. They are actually adrisho, asprisho. Adrisho means you should not look at them. Мы не должны смотреть на них. You cannot touch them. Мы не можем прикасаться к ним в читании читамрити. Это описывается. Я могу показать вам. So in this situation, that totally a field, a strong field of Mayavadi. Там, ну, это такое место Майвади, и даже Махапрабху, даже там он хотел раздать свою милость, и первый раз, когда он отправился в Варанаси, и вот сочетание Махапрабху, когда он только вошел в Варанаси, то Тапан Мишра и Чандрасекар Ачарья. То есть это другой Чандрасекар. Uncle of Chaitanya Mahaprabhu, not не тот, который был дядей Махапрабху, он другой Чандрасекар. He's earning money by writing. Он зарабатывал деньги тем, что писал. So in the morning time, they are coming out of that city. И вот they are waiting с утра они for Chaitanya Mahaprabhu. Вышли because из города, in dream, Chaitanya Mahaprabhu came, поскольку they saw that Chaitanya Mahaprabhu, во сне Chaitanya Mahaprabhu явился им и дал свое, дал им видение, что он придет. И вот с утра они вышли из города и начали ждать, когда же придет наш Господь. Because that time there was no phone, no mobile, nothing. No telegram, no message. Даже телеграмма не было. This way they are getting message. И вот они просто получили видение, что Махапрабху приходит. Prabhu coming. И вот они просто получили видение, что Махапрабху приходит. They are crying, Prabhu. И вот они просто получили видение, что Махапрабху приходит. Prabhu coming. After long time, you are coming here. И вот они просто получили видение, что Махапрабху приходит. Prabhu coming. After long time, you are coming here. И вот они просто получили видение, что Махапрабху приходит. Prabhu coming. After long time, you are coming here. И вот они просто получили видение, что Махапрабху приходит. Prabhu coming. After long time, you are coming here. И вот они просто получили видение, что Махапрабху приходит. Prabhu coming. After long time, you are coming here. И вот они просто получили видение, что Махапрабху приходит. Prabhu coming. After long time, you are coming here. И вот они просто получили видение, что Махапрабху приходит. Prabhu coming. After long time, you are coming here. И вот они просто получили видение, что Махапрабху приходит. Prabhu coming. After long time, you are coming here. И вот они просто получили видение, что Махапрабху приходит. Prabhu coming. After long time, you are coming here. И вот они просто всего несколько вайшнавов здесь, и мы просто плачем от безысходности, куда же идти, у кого же спросить, какие-то философские вопросы, мы не знаем. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху утешил их, хорошо, я хорошо, я буду находиться здесь через какое-то время, но Махапрабху все время, когда он там жил, он принимал прасад в доме Тапан Мишра, жил в доме Тапан Мишра. А вот Чандрасекара, у Чандрасекара прасад, а в доме Тапан Мишра жил. И вот, ну, чтобы дать нам урок, Шри Чайтанья Махапрабху каждый день принимал омовение в Ганге и шел получать даршан Вишванатха. Почему? Чтобы дать нам урок, что Вишванатх Vaishnavanam Jathasun. Лучший из Вайшнавов. Nimnaganam Jathaganga Devana Machuto Yatha Vaishnavanam Jathasambhu Purananam Tidam Bhagavatam is written document. И вот в Бхагаватам приводится такое свидетельство в этой штуке. Любые Пураны, любые писания, даже Бхагаватам практически все можно найти, что всегда Шива сказал или Нарада сказал, любые стотры, любые стихи и любые, ну, все, любые свидетельства из Писания, то есть везде говорится, что это Шива сказал, либо Нарада сказал, они лучшие ачарьи в этом материальном мире. Они приняли такой обет, что мы спасем всех обусловленных душ. Но в то же самое время Шанкар Таттва, она очень секретна, очень сокровенна. Даже более запутана, более сложна, чем Брахма Таттва. Но это не сегодняшняя тема. Вот, и вот Махапрабху жил в Варанаси, принимал
прасад, вот ходил на даршан к Вишванатху, и какие-то преданные приходили к нему, чтобы получить его даршан, что-то спросить. И вдруг внезапно один браман пришел встретиться с Прабху. Он тоже вайшнав. Он пришел к нему и сказал, что куда бы мы ни пошли, везде майявада. Везде. And we always find, you know, where to go. And Prakashananda Saraswati always, you know, speaking all rubbish. Какую-то майваду и что делать. Then actually, Chaitanya Mahaprabhu took decision. Принял решение, что вначале я отправлюсь во Вриндаван. After that, while coming back, I can. Этого, когда я вернусь, я найду решение для вас, но не сейчас. То есть я не должен получать даршан Майявады, сначала я пойду во Вриндаван, вернусь, и тогда. И вот тогда Шри Чайтанья Махапрабху отправился во Вриндаван. In the meantime, actually, you know, when going to Vrindavan, there is so much lila. I don't like to discuss this one right now. Когда он был во Вриндаване, это отдельная тема. Я не буду сейчас говорить об этом. After that, while coming back, когда он вернулся назад, Шри Чайтанья Махапрабху, он опять зашел в Варанаси. What is the reason? И какова же причина? Шри Чайтанья Махапрабху вошел опять зашел в Варанаси. Он встретил Тапан Мишру, Чандрасекара и еще нескольких преданных. Они были очень рады, что Господь пришел к ним. И после этого, через какое-то время, этот чистый браман, он пришел. Куда? Он пришел, чтобы встретиться с Махапрабху, и он сказал, что о Прабху, Прокашананда, он настолько, он всегда критикует тебя, когда первый раз ты пришел в Варанаси, по его, по твоему, все очень впечатлены твоим видом, твоей санкхиртан, они хотят видеть тебя снова и снова, когда ты повторяешь харинам, они не могут перестать его повторять. Поскольку сам Верховный Господь, сам Паракхилешвар, сам Верховный Господь, Он дает вам это святое имя, и невозможно перестать его повторять после этого. Hey! Don't do that! You must go through Vedanta! Но вот он Vedanta is the source through which you can говорит, зачем повторять святые имена, можно, нужно читать Веданту, чтобы развить отречение. И Шри Чайтанья, он просто дает какую-то ложную философию. Nothing is there. То есть ничего нет в его учении, он может, знает какие-то, какую-то магию, какие-то фокусы, и поэтому как происходит, и не надо ему следовать. И вот Брахман начал плакать перед Господом о Махапрабху, когда бы он не говорил, когда бы он не критиковал тебя, он не может повторять даже имя Кришны. Он просто даже не может имя Кришны произнести, а просто говорит Чайтанья такое, такое, всякое. Прабху, почему? Поскольку он должен говорить Кришна Чайтанья. И когда он говорит какую-то ерунду о тебе, но он даже имя Кришны не может произнести. То есть говорит не Кришна Чайтанья, а просто Чайтанья. И Прабху, и какова же причина за этим? И Прабху сказал, смотри, те, кто майявади, они совершают оскорбление лотосным стопам Кришны. У них нет права повторять Кришна нам, и Кришна нам так или иначе не может явиться на их языке. Кришна нам, Кришна Сварупа, она самопроявленная, самопроявляющаяся. Если вы захотите повторять лакхаринама в день, вы просто сможете. Невозможно повторять харинам. Так или иначе, если вы очень смиренны, если вы думаете,
о себе как о самой Бхакти душе, и в Нилачале я тоже говорил об этом. Вы помните, какое смирение выражает Кришнадас Кавирадж Госвами? Вы помните? Он говорит о себе, что я хуже, чем Джагай Мадхай. Вот в этой шлоке он говорит. This is the humble attitude. Вот это его смирение. In infinity life, I don't know how I can touch this kind of, через бесконечное количество жизней, я не знаю, как я могу достичь этого чувства. Это очень большой вопрос в моей жизни. И опять Кришнадас Кавирадж Госвами во многих местах он говорит о своем смирении. Vaishunya Brahma Pirito Doinar Nave Nimagna Hamsi Chaitanya Vaidyamasray. Who is going to accept me? I am a fallen soul. There is different kind of desire. It is like, you see, you know, you see, big problem, you see, there with my heart is, you know, contaminated. Vaigunno there is no quality in me. Vaigunno means there is no quality. Нет, to do Hari Bhajan. Vaigunno tito kalito. Like bookworm, you know. Подобно книжному червю. Put books in one place and some worm coming and cutting your books. То там впоследствии появится книжный червь и съест все такое. Vaigunno tito kalito. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами, он сравнивает себя с, my vitals of my life. Ну, с червем, который съедает, ну, суть нашей жизни, нашу жизненную силу. То есть, и таким образом Кришнадас Госвами, он плачет, говоря о себе, и вы не можете представить, насколько, ну, велико его смирение. И вот, если это такое смирение, подобно Харидас Такуру Саната на Рупе, оно должно быть в нашем сердце, поскольку они наши Гуру Варга, смирение Шрила Бхактина Такура, Шрила Прабхупады, Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Почему смирение не является вашим, в нашем сердце? Это наша ошибка. Мы обусловлены душа, мы совершаем оскорбление даме, харинаму, вайшнавам, прасаду, и везде мы совершаем оскорбление, и поэтому мы не можем прогрессировать, идти вперед по пути баджана. Кого же обменять? Я сам ответственен за свои ошибки. Если вы скажете, что я хочу повторить лак харинама, вы падшая душа. When you go on doing your bhajan, что ж, когда, когда вы совершаете баджан, ваше видение, оно развивается, куда, если вы посмотрите на кого-то, вы увидите, что в вашем сердце, yes, да, man, это описывается в писаниях. You can realize so many siddhanta there in Bhagavatam. Так много сиддханты в Бхагаватам. Я могу более подробно обсудить эту шлоку в следующий раз. И вот после этого смотрите, что случилось. Однажды мы совершали оскорбление, совершили оскорбление лотосным стопам Харинама и в форме Харинама Бхактам преданным. And unknown, different, you know, unknown, different kind. Ну и какие-то другие оскорбления. No creature here, we also. Ну относительно других живых существ мы тоже совершаем оскорбления. Human being there, those who are not devotee, also there. То есть оскорбление по отношению к непреданным, это тоже оскорбление. So now point is that Chaitanya Mahaprabhu is speaking. И вот Махапрабху говорит. They have no right to speak Krishna. У них нет права повторять Кришнанам. Кришнанам не может явиться на их языке, поскольку Кришнанам, Харинам, он самопроявленный. Сварупа Кришна, они все самопроявленные. Никто не может силой как-то заставить их появиться. И таким образом они не могут повторить Харинам, поскольку они совершают оскорбление Кришнанама, Кришна Сварупа. И поэтому они не могут произнести этот Кришнанам. Они просто говорят читание, читание, и все. И после этого
After some days, и через какое-то время по вдохновению Чайтана Читания Махапрабху, тот Брахман very frequently used to come, but that day is coming with a special request. Он пришел к нему, но в тот день он пришел с особым вопросом. Though I know, хотя я знаю, you are not going anywhere, you don't accept any kind of invitation. Никуда не идешь, не принимаешь никаких приглашений. Я знаю, но я не знаю почему. I'm coming to you with a big hope. Я пришел к тебе с великой надеждой, что ты можешь принять мое приглашение, поскольку если ты пойдешь туда, я пригласил всех майявади, всех саньяси. Тот Прокашананда, он гуру. I should not speak that way. Я не должен говорить, что он гуру, он вообще не гуру. Guru, then my siddhanta is wrong. То есть, если я называю его гуру, то моя сиддханта получается неправильно. Он был как гуру. Only Vaishnav, they can be guru. Vaishnav, настоящий Vaishnav, он может быть настоящим гуру. Майявади, он не может быть каким-то гуру. Он не мог быть как-то учителем каким-то подобным гуру. Он был гуру 10,000 учеников Майявади. With all full troops, they are coming to accept в полном составе пришли в дом того брахмана. And at the same time, и в то же самое время Сочетание Махапрабху, я не знаю почему, Сочетание Махапрабху тоже принял это приглашение. And that day, и в тот самый день Махапрабху отправился туда, и Майявади уже сидели там, и когда Махапрабху пришел туда, он сиял подобно солнцу, и после того, как он омыл свои стопы, он сел на какое-то грязное место. И Прокашананда, он спросил, зачем ты сел в это грязное место? Я смотрю на тебя, ты не отличен от Нараяны, ты сияешь как Нараяна, а почему ты сидишь, где попало? Ну, судя по твоему сиянию, по твоему виду, я вижу, что ты как Нараяна. И вот Махапрабху сказал, что у меня нет права сидеть рядом с вами, вы все возвышенные души, а я с какой-то низкой сампрадаи, и поэтому ну, нету права сидеть рядом с вами, поэтому я сел здесь. Не, иди, садись вместе с нами. Он не посадил его на асану. Не думайте, что-то не так. Это самая наивысшая сиддханта, о которой я говорю. Если кто-то думает, что какой-то преданный очень смирен, он никогда не спорит ни с кем. Даже если кто-то ну, говорит против учения Махапрабху, он не... Tinadapi Bhav is so powerful, even big demons can they get defeated in front of them. Ну, то есть, вроде, ну, вот это не расслышал, а, ну, суть в том, что Тринадапи, смирение, оно настолько могущественно, даже любые демоны могут быть побеждены с помощью этого смирения. И вот пример с Харидас Такуром, Харидас Такур совершал баджан в Гуфе, ну в какой-то пещере, и какие бы преданные ни приходили к Харидас Такуру, первое, что они делали, они жаловались, что Такур, как ты тут живешь, тут очень жарко, и мы чувствуем какой-то ядом пахнет тут. Но я не чувствую, когда мы приходим приходим к тебе в пещеру, смотрим, ну, какой-то ну, опасный запах. Но Харидас Такур сказал, что я ничего не замечаю, все хорошо. И вот потом какой-то преданный, у него идея возникла, что в этой пещере внутри змея живет, очень ядовитая змея. И Харидас Такур сказал, что я никогда ну, не чувствовал, змея меня не беспокоит совершенно, мне хорошо тут. Но нет, никакие преданные не могут прийти к тебе из этой змеи. И Харидас Такур сказал, что, о Господь, если ты там внутри, ну, внутри этой, ну, внутри сердца этой змеи, то, ну, сказал, точнее сказал змея, что смотри, ты, поскольку ты там, то преданные боятся тебя, они не могут прийти ко мне на дашан, поскольку боятся тебя, и будь, пожалуйста, милостиво, уйди куда-то. В то же самое время змея взяла и уползла в другое место, чтобы не беспокоить преданных, когда вы приходили к Харидас Такуру, посмотрите, какая сила в нем.
нем. Он не взял никакую палку, чтобы пойти побить змею, чтобы она уползла. Но так или иначе, змея была вынуждена уползти в другое место, сколько силы в смирении Вайшнава. Вы не можете представить, даже это заходится за пределами нашего понимания. Не думайте, что если человек смирен, то ну, ничего не может сделать. Даже Харидастаку, когда его били на 12 рыночных площадях, то Харидастаку не жаловался, он только говорил: «О Господь, они не ведают, что творят». И поэтому, пожалуйста, благослови их. Они не знают, что они творят. И прости их. Смотрите настроение Харидастакура. Даже если кого-то побьют на одной базарной площади, он уже умрет. А его били на 12 базарных площадях. То есть очень, ну, очень болезненно. И после этого те мусульмане начали жаловаться, что мы тебя бьем уже весь день на 22 базарных площадях. И наш хозяин нас накажет, если ты не помрешь. Ну, Харидастакура сказал: «Хорошо, помирай». То есть если из-за меня вы так, так страдаете, я умру. By mind, speech, and body, we cannot give trouble to anybody. Не можем, ну, не будем причинять никаких беспокойств другим. So this is their philosophy. You can read and write and memorize. То есть это их жизнь Вайшнава. То есть, например, их Харидастакуру можно видеть. Но практически, если вы хотите это применить в своей жизни, это очень тяжело. High point, you see. So Харидастакуру. И вот Харидастакуру. 22 маркет, его били на 22 базарных площадях, но все равно Харидастакуру молился о благополучии вот этих палачей. И вот еще Чайтанья Махапрабху, Парапа Ракхилеша, все возможно для него. Когда еще Чайтанья Махапрабху явил какую-то силу, ну, явили какое-то чудо, все они были загипнотизированы, вот то так можно сказать. И вот он сказал, что я не могу сидеть с вами, поскольку вы возвышенный душ, я очень падший, но мои води сказали: «Нет, ты подобен Нараяне». Когда Майавади, они друг друга приветствуют Намо Нараян, то есть поклоняются Нараяне, буквально значит. Но это толку от их приветствия нету. Вот смотрите, Аджамил, он не верил в Харинам, он просто повторил Намабас, и так или иначе. Он соприкоснулся со слогами святого имени и спасся. Но относительно Майавади, когда они повторяют Нараяна, имя Нараяна, они тоже повторяют Харинам. Нет, это не так. Они просто привыкли говорить «Намо Нараяна», что «Вы Нараяна, я Нараяна». Что если Брахма, то и вы Брахма. И кому же поклоняться? Они принимают гуру, но гуру на какое-то время только. Если они чувствуют, что уже они стали Брахмой, то гуру им уже не нужен, они отказываются от гуру. Поскольку у них такая идея, что гуру нужен только на какое-то непродолжительное время. И вот гуру их Сиддханта, их Намо Нараяна, это не относится ни к Нараяне, ни к Харинаму. Это просто они совершают оскорбление день за днем. То есть, говоря Нараяна, они не имеют в виду никакого настоящего Нараяна. Но обычные люди, которые не совершают оскорблений, если они повторят имя Нараяны, то это очень благоприятно для них. Вот в этой шлоке говорится, но
для нас, Гауди, мы должны помнить имя Гуранги Чайтанья Махапрабху. Как, например, Харидас такого в то время, когда он уходил, он помнил лотосные стопы Шри Кришны Чайтанья. И оставил тело таким образом. А в Гауди Бхаджане еще более интересно. И вот когда Шри Чайтанья Махапрабху отправился туда, там они вместе с Пракашананда Сарасвати и Махапрабху они обсуждали что-то. Chaitanya Mahaprabhu delivered. И вот после этого Шри Чайтанья Махапрабху он решил спасти всех майявади. И Чайтанья Чайтамрити описывается, когда Шри Чайтанья Махапрабху был удачлив, он вложил чувство бхакти в их сердце. Акашананда вместе со всеми своими учениками они начали танцевать с Чайтанья Махапрабху и воспевать святые имена. И вот так возвращаюсь к тому, с чего я начал говорить, и вот Акашананда Сарасвати, он майявади. И в Чайтанья Бхагавате описывается в его... И вот все его тело было покрыто этой проказой. Белой проказой. И вот Чайтанья Бхагавате говорится, что Вриндаван-дас Такур описывает, что leprosy in his whole body, still he is not aware, is not, his consciousness not going out. То есть хотя его тело было. Now first point is that when Chaitanya Mahaprabhu going to South India first trip, when Chaitanya Mahaprabhu giving the Бхакти, и вот Махапрабху, когда отправился then how I can expect after 4 hours, 4 years, again that Vaishnav who is accepting the darshan of Chaitanya Mahaprabhu, kripa of Chaitanya Mahaprabhu, that Prabodhananda Saraswati, how is that possible that Prabodhananda Saraswati again he can come and stay in Vrindavan, stay in Varanasi and take Mayavad? He cannot break my Siddhanta. И вот, в общем, сиддханта в том, что если Пракашананда Сарасвати получил милость Махапрабху, то почему же он вернулся? Почему же он вернулся к майваде назад? То есть, если он получил бхакти прямо от самого Верховного Господа, то как это возможно, что Пракашананда Сарасвати вернулся к майяваде, а Прабхутананда Сарасвати отправился во Вриндаван, совершал там баджан и писал очень возвышенные, вещи, настолько прекрасные, настолько сладкие. Вот, подобно Рада Раса Суданитхи и прочие Чайтанья Чандрамриту и прочие произведения, в которых прекрасно очень каждое слово, подобно тому, как Бхакти Деви она танцует на его писаниях. И вот суть в том, что тот чистый преданный, по милости Чайтанья Махапрабху, может, он совершал служение Лакшми Нараяне. Это хорошо, но после того, когда он получил милость от Кришна Чайтанья Махапрабху, он отправился во Вриндаван, жил в Камьяване, совершал баджан всю жизнь. Но майявади... The historical evidence or any kind of evidence you like to put in front of me, I can break. The Siddhanta is not good. Follow? Ну, в общем, о том, что Пракашананда Сарасвати, он потом, в общем, принял опять майяваду. То есть это другое, это не тот, который получил милость Махапрабху.
И вот в прошлый раз Калинди задала вопрос насчет Вриндавана и того, что там происходит относительно других сампрада. И вот однажды один брахмачарис Имлетала, он говорил вот в день ухода Прабхудананда Сарасвати, он сказал, что Прабхудананда Сарасвати Пато. Вот он and newspaper in TV everywhere, big fighting. Why? Он только сказал, he is not writing что Прабхудананда Сарасвати написал вот эти писания, то есть там во Вриндаване был целый скандал, во всех СМИ, все телевидение и прочее, то, что написал не он, а вот с другой сампрадой, там такое мнение. Все, конечно, могут ответить на этот вопрос, но and the age of 5 years товарищи вот Харивамса в возрасте 4 лет он написал эту вот эти писания это просто глупо но даже был судебный случай я говорил что это просто глупый никакой человек в 4-летнем возрасте не может написать это даже если взять любого эксперта give some philosophy written by Harivamsa, you can represent some philosophy by Bhavadananda, they can pass judgment automatically. Это отнести на экспертизу то, что написала Харивамса и то, что написала Прабхудананда Сарасвати. То есть никто не может, никакая экспертиза подтвердить, что это написал один человек. In language, expert, they can, you know, even they can pass remark. Actually, those were, you know, those different type of case going on sometime. They some policeman they call them, handwriting later this that to arrest him. То есть, ну еще есть такая secret service. Практика, что человек можно вычислить потому, что он пишет, хотя он может писать под другим псевдонимом, но этот стиль письма и стиль слов и прочее, то есть можно точно опознать человека конкретно, кто пишет, но таким образом, как, например, Кришнадас Кавираж Госвами, у него особый стиль, то есть у каждого автора у него свой особый стиль, и поэтому, ну а вот в случае с Харивамшей, I can give you, no, there should not be any mobile, nothing, I can speak detail. Как сказать? What is the actual truth? But not now. Глупо то, что не хотят говорить, это нельзя никакими логическими и свидетельствами доказано. Но суть в том, что Прокашананда не может быть Прабхудананда, и он полностью отличается от него. То есть Прокашананда – это одна личность, а Прабхудананда Сарасвати – это великий преданный, он в Раджабава была в его сердце, а Гопалбата Госвами – он ученик Прабхудананда Сарасвати. Он принял, он учился вот в Вьякарану, ну, эту грамматику изучал и прочее, когда он был ребенком. У Прабхудананда Сарасвати. Харинам дикша from Gopal Bhatta Goswami. И после и потом он получил харинам и дикшу от Прабхудананда Сарасвати. А Харивамша он получил дикшу тоже от Прабхудананды. Но проблема была там в этом процессе, не могу это в открытую говорить. Они отклонились от его пути. Но это уже долгая тема. Вот в открытую я не могу об этом говорить. Возвращаясь к нашей изначальной теме. So see, и вот смотрите, это Антардип. Антардип – это место атманиведаны, то есть место самопредания. Если вы хотите предаться лотосным стопам Гуру Вашнавам и Гуранге, это то самое достойное место. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, Нарахари Саркар Тхакура тоже пишет, Прабхудананда Сарасвати Пат тоже пишет. So big writings так they are going on. Много. Even Bhaktivinoda Thakur two types. One is Navadvip Bhaktaranga. Об этом даже Navadvip. Another is Parikrama Kanda, two different.
Бхактивинода Тхакура написал две книги с очень высокой, глубокой философией об этом месте. Суть в том, что это Антардвип, это Йогапит. Это то место, где вы находитесь, это зовется Ишудьян. Ишудьян. Это, Jamuna Beach. Он подобен берегу Ямуны и Вишудьяне Горанга Махапрабху. Он являет Расалилу, какую Санкиртан Раса. Не думайте, что Раса – это только Кришна из Гопи. Нет, это не так. Раса значит, у вас есть какой-то… То есть, ну, раса не значит только раса Кришна из Гопи. Раса значит, выразить что-то. Рос. So in Kumudvan, here, there are many places. Какое-то Rasoli, чувство. Rasoli, Kumudvan, in 84, you know. И вот, Churasi cross, there, 84 cross, there. Different place, Krishna expressing. То есть, в каждом, из лесов Вриндавана, в каждом месте Кришна являет различные чувства. На берегу Ямуны, рядом с Гавадханом, они везде совершают расу. But main ras was there, главное, in Kumudvan. Big ras. Главная раса была в Jamuna ras, Кумудване вроде. And one ras in Sharat Purnima, one ras in Hemanta Purnima. Вот одна раса was. One Purnima there after Durga Puja. That Purnima also ras. Другую Purnima. Another ras when Kartik was over that ras. Two different places. One at the bank of Jamuna, first ras. Вот одна из них происходила на берегу Ямуны, а другая у Гавадхана. Но мы вернемся к Антардвипу. Антардвип, если вы будете изучать, то увидите, что это расастхали. И здесь тоже Шри Чайтанья Махапрабху совершал расу. И после мы отойдем чуть дальше, там увидим Йогапит. Йогапит, я говорил вчера, Йогапит – это Гокул и в то же самое время Матхура. Это совмещенная форма. Такое совмещенное место. И Шрила Бхактивинода Тхакур дал наставление, как совершать парикраму, какие правила и предписания относительно парикрамы. Мы должны слушать об этом. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, когда Нитьянанда совершал парикраму, он показывал, как нужно совершать парикраму должным образом. С Джива Госвами Падом. Джива пришел сюда. И первое проявление Гуранги Махапрабху Нитьянанда, он совершал парикраму с Джива Госвами. И мы должны следовать этому пути. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что мы должны совершать так, как показал Нитьянанда, поскольку Нитьянанда это изначальный гуру. И вот Нитьянанда, он показывает Джива, Джива, смотри, это место, где Гуранга Махапрабху здесь совершал, являл свою детскую лилу. И прочее, you know, Ишан Таку, после того, как ушел Гуранга, ушел, Сачимата ушла, Вишну Прия ушла, Ишан Таку плакал. Ну, вот в этом месте, вот такая лила там была, и это зовется Гокулом. Гокул Махаван. Гокул значит Гокул Махаван. И также во Вриндаване можно опять же спорить. Есть старый Гокул и новый Гокул. То есть кто может решить эту проблему? Валабхачарья после какого-то время Валабхачарья он открыл новый Гокул. Но согласно свидетельствам Писания, 100% there is evidence that Sanatana Goswami used to live there. Sanatana Goswami жил в том Гокуле. That is old Gokul. Но в старом Гокуле. There is old Gokul, but they are not ready. Но они не готовы это принять, идут споры на эту тему. Они всех, ну, таких несознательных людей дурят. Показывают им такой новый Гокул, этот изначальный Гокул Махаван, где Кришна являл свою детскую лилу, они туда не доходят, они идут в какой-то новый Гокул. И вот это здесь Гокул Махаван можно
из Мурари Гупты Карчи, такая книга есть, там описывается Мурари Гупта, ее написал о детской лиле Шри Кришны. Мурари Гупта был очень явился раньше Махапрабху, видел это все и описал. А после этого of Chaitanya Mahaprabhu Lila. Gaur Lila, you can get detailed information from this Karcha of Murari Gupta. Описание в книге Мурари Гупты, а потом, когда Махапрабху принял саньяс и начал являть другие лилы, можно в книгах Сваруп Гасай найти, а Сваруп Гасай, он все это передал Рагунат Дас Гасаю, ну и там практически все описывается. Понимаете? И вот это Гокул Махаван, Бхактивинода Тхакур говорит, в начале всего это ваша обязанность совершать парикраму с Гокул Махавана, с Антардвипа. Антардвип – это место Атманиведана. Получайте даршны, пытайтесь обрести милость, и Шрила Бхактивинода Тхакур говорит. И сейчас вы не можете понять, the situation, geological, you know, the situation there. Нельзя понять, что где было, поскольку Ганга разделялась на две части и текла вот так. И вот сочетание Махапрабху, Йогапит, рядом с Йогапитхом, если пойдете в ту сторону, там Баракана-гад будет, и там Сочетание Махапрабху каждый день принимало омовение, но никто не знает об этом, поскольку Ганга, она часто меняла русло, но то там текло, то в другом месте. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что она всегда меняет русло, и понятно, что где было, тяжело. То есть она иногда по главному руслу течет, иногда по второстепенному, иногда еще где-то, как, например, Самадхи Гора Кишавадаса Бабаджи Махараджа, но его смыло Гангой в Колладвипе, и Шрила Прабхупада, он установил это Самадхи в Сочетании Матхи на берегу Радхакунды. Вы видели его, надеюсь. И вот рядом с там есть Матхура, это Притхукунда. Actually, so from there you will have to go more and more. Должны идти дальше и дальше до Притхукунды, до Притхукунды и до Матхуры. So there you can have the chance to take darshan of Shiva Sangam. Будет возможность получить darshan Shiva Sangam, Advaita Bhavan, Gadadharan Angana. Они все рядом находятся. Шрила Бхактивинода Тхакур описывает, сколько. Ну, своим божественным чувством он видит, сколько расстояний между ними. И там вы должны чуть пройти до Чайтанья Матха. И вначале вы должны... Это Антардвип, место Атманиведана. Девять видов преданного служения. Я могу потом рассказать более подробно. И вот это место Атманиведаны первое. И после этого, если вы пойдете дальше, прямо вы дойдете до Симантадвипа. Симантадвип – это Шраванакха Бхакти. There is one nice thing there, actually. Там что примечательного, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что однажды Парвати Деви, она спросила Шанкара, кто тут Гоу, поскольку Шива, он танцевал с чувством экстаза, воспевая имена Горы, и Парвати увидела это, спросила, кто же Гоу, и в то время Шивджи Махарадж ответил, что Гуранга, он сам Кришна. Гуранга, он сам Кришна, он не отличен от него. И что ты знаешь под Вриндаваном, он не отличен от Навадибдхамы. Это свидетельство, сказанное Шанкар Бхагаваном.
Ты видел Раду Говинду, и смотри, они в своей совмещенной форме они явились здесь. А кто первый, Рада Говинда или Кришна явились, кто явился первое? Но почему? Поскольку наша ограниченная концепция мира, она доставляет нам какие-то проблемы. Бхактивинода Такур говорит, не должно быть никаких споров, поскольку нитья значит вечна. Если кто-то спрашивает, кто первый или второй явился, то есть кто из них первый, кто второй? И Шрила Бхактивинода Такур говорит, нет, ни первого, ни второго. Они все вечны. Вечность значит без памятных времен, как Рада Говинда, так и Гора. Гуранга, они то есть их объединение не значит, что они стали чем-то новым в какой-то момент. Они вечные. То есть логическое понимание не может стоять на пути к абсолютной истине. И вот там, когда Парвати узнала, кто такой Гоу, она приняла решение совершать баджан. И вот она села под одним баньяновым деревом, сама Парвати, смотрите. И Гауранга Махапрабху, он был вынужден дать ей даршан. И вот она взяла пыль с лотосных стоп Гауранги и поместила себе на голову. Ну, согласно традициям хинду, ведической системе, те, кто замужем, они должны носить синдур, ну, этот симантру. Обычно красный синдур они носят между пробором волос. И вот Симантадвип, это имя от этого обычая произошло, Симантадвип, это место называется. И вот в том месте очень благоприятно петь вот этот киртан, это тоже там место находится, вы должны совершать, все вайшнавы совершают этот киртан в том месте. И после этого вы должны, мы пойдем в Белпукуру, Билвапакша. Если повернуть налево от Симантадвипа, мы доходим до Билвапакши. Это место, где можно получить даршан Мадана Гопала, которому поклонялся Нилабха Чакравати, он отец Сачи Маты. Там эти божества можно увидеть. И там Чатуршваны пришли, совершали баджан долгое время. Они получили даршан Гауранги, поскольку они уже знали, кто такой Гауранга, кто такой Кришна. Чатушвана, они пришли туда. Они получили даршан Гауранги. Они чувствовали божественную любовь, когда увидели его с его воздетым верху камни, с цветом золотого тела. Они получили его милость. Это Чатушваны их звали. И вот они совершали по парикраму, поскольку... Ну и там такая традиция есть был в том месте. They have the chance to go to Shordanga. И вот потом после этого места в Шордангу идут. Шорданга как-то так. In the meantime, I should speak this way. That if you go to Shordanga, хочу сказать, если вы пойдете в Шордангу, Шорданга, значит. Roktobahu, one demonic character, he never liked to see Jagannath. That's why those devotees, they very secretly bring Jagannath and put here. This place is actually secret Nilasha. Там был один демон, который не хотел видеть Джаганатха, а то место это такое скрытое Нилачал, даже больше, чем Нилачал. Почему? Почему говорится так, что Нилачал это Вайкунха, и когда Шри Чайтанья Махапрабху приходит туда, это Вриндаван, но здесь он соприкасается с Гаур-дхамой.
Here he held this dam. Эта дама, Нилачал дама, она соприкасается с Говардамой, и его слава более велика. Больше слава. У нас есть большая возможность в этой Навадвипе. И вот после этого можно получить даршан Джаганнатха Баладева Субхадра Сударшан Чакра. Сабараж, он поклонялся этому. Потом мы получили это, и вот со времен Шриту Прабхупады был Говинда Махарадж, он очень уважал меня, и он говорил, когда я был брахмачари, Прабхупад, он дал мне это служение от Ишадьяна. То есть у него было служение, он каждый вначале я приезжал сюда утром, брал этот горшок с Гангой, 5 километров шел до этого, до этого Джаганнат Кшетри, до Нилачала. И вот он рассказывал. То есть я очень удачлив, я видел многих спутников Шрилы Прабхупады, они благословили меня. И вот, то есть ну, многие... То есть я слушал, что они рассказывали о своем баджане, о своей жизни, о своем служении. И вот после этого Махарадж, он был брахмачари в то время, он брал Гангу, Тулси Гангу, он поклонялся таким образом. И там было практически лес, там водили змеи, шакалы, и вот он быстро туда шел, поклонялся, закрывал опять на ключ и уходил. И вот служение с тех времен происходит. Но очень важно, это Нилачал, и в то же самое время, если вы повернете в Кази Самадхи, то там можно Шридаранган найти. Не Шивасанган, а Шридаранган. Шридаранган – это Мадубан. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что он не отличен от Мадхувана. Это часть Мадхувана, где Шри Чайтанья Махапрабху совершал свою лилу. Шри Чайтанья Махапрабху вернулся сюда, в Шридаранган, и взял воду в каком-то грязном железном ведре. И Махапрабху сказал: «О, Шридар, ты, у вас есть вода». Ну, Махапрабху увидел, что есть у него вода, но Шридар сказал: «Не бери эту воду, это грязная вода, не нужно». Что был какой-то... Но Махапрабху взял и выпил из этого... Ну, железного ведра. Шридар, он был преданным, он танцевал, совершал киртан постоянно, день и ночь. To identify this is Siddharangan, you can understand because he is shouting whole night, not taking any rest. A morning time to worship. То есть это место можно определить по звуку киртана, поскольку Шридар он постоянно совершал киртан. Sham, thor and kala, even green banana, so inner part of И вот, но он и занимался тем, что продавал бананы и эти стебли бананов, они тоже используются. И когда Шри Чайтанья Махапрабху, он приходил к нему, он начинал с ним торговаться. Приходил к нему и торговался. Но он никогда не платил более половины цены, но Махапрабху всего равно с ним торговался, и он вынужден был отдавать ему. Но он говорил, что моя цена фиксированная, а ты всегда споришь со мной. Я не могу тебе продать за такую цену, поскольку мне надо купить цветы еще для поклонения Ганге. А Махапрабху сказал: «Ты знаешь, кто такая Ганга? Ганга, как? Ты не знаешь, кто такая Ганга Мата? Мы так уважаем ее». И Шри Чайтанья Махапрабху спорил с ним таким образом.
Then after that, и после этого каждый день Шри Чайтанья Махапрабху шел на рынок и покупал вот эти бананы и все стебли бананов у Шридхара каждый день. И мы тоже должны следовать этому правилу. Махапрабху, он очень он принимал шаг, то есть, ну, такую, имеется в виду простую пищу, то есть, если вы будете есть какую-то богатую, ну, сложную, так сказать, сложную жирную пищу, то есть, мы развьем какие-то болезни. Махапрабху очень любил шпинат, шак. Ишачанта готовила 12 видов шака для него. Но мы говорим, ну, в Индии это как бы шак, он... Ну, а сейчас люди как заняты, едят какой-то фастфуд, полуфабрикаты, но вылили Махапрабху, это не так, то есть мы должны следовать и готовить как следует полностью, ну, какие-то не такие вещи, которые готовятся за 2 минуты. И вот после этого мы идем в Кази Самадхи, дом Чанткази, во времена Гуранги, вы знаете, что произошло там. Кази, он хотел остановить движение Санкиртана. Если Чайтанья Махапрабху сказал, кто же сможет остановить Санкиртану, пойдемте вместе, я посмотрю на него. И вот Нитьянанда Гауранга, Харидас с многими преданными, они пошли в дом Кази. И Кази очень испугался, что может случиться. И вот Кази зашел к себе в комнату, закрылся, и Махапрабху позвал его: «Кази, выходи, ты мой родственник, выходи». И Кази сказал, что ты, ну, очень гневный, я не могу сейчас выйти. И Махапрабху послал какого-то этого посыльного, который позвал его, и вот очень... Кази испугался, он так со склоненной головой пришел к нему, и Махапрабху спрашивает, почему ты остановил Санкиртану, как мне сверху приказали, вот я вынужден был следовать моему этому указанию. Но смотри, я вот, вот когда отправил этих кого-то, чтобы они остановили Санкиртан, то есть они пошли и увидели какой-то огонь там и испугались, и вернулись. И смотри, даже моя борода обгорела от этого огня, смотри, я боюсь очень. И тогда Махапрабху сказал, ты не должен останавливать Санкиртан, поскольку согласно Корану и Пуран, Пуранам они обменялись информацией, и Кази пообещал, что никто в моем, ну, никто из моей семьи и прочих поколений, никто не будет препятствовать Санкиртане, поскольку он не Симхадев, он явился ко мне ночью, хотел разорвать меня на куски, и он, посмотри, даже поцарапал мою грудь, и вот с сегодняшнего дня я никогда не буду препятствовать Санкиртану, вы можете совершать где угодно, как угодно и когда угодно. И с тех пор Санкиртана, она продолжается, и таким образом Антардвип. И после этого Симантадвип, и потом Шрила Бхактивинода Тхакур, он дает нам следующее направление оттуда. Можно увидеть Суварна Вихар. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что Нитьянанда Прабху вместе с Джива Госвами они пересекли эту реку. Then going to Godrumdip. И потом отправились на Годрумдвип. Годрумдвип. And in Godrumdip, и на Годруме у нас есть возможность увидеть Сурабхи-кунджу, где Индра Махарадж, когда он совершил оскорбление лотосным стопам Кришны в Кришна-лиле,
Он ну, как-то сражался с Кришной, пытался ему помешать, и после этого он получил прощение, осознал это и начал просить прощения, но не был доволен полностью. И после Кришна Лила, Гора Лила происходит, и он решил вместе с Сурабхи, с коровой Сурабхи, он попросил, если ты пойдешь со мной, у нас будет возможность получать даршан Гуранги, и Сурабхи согласилась, что пойдем, можем совершать баджан, пока он явится. И вот Кришна, он всегда доволен, когда он видит коров, и поэтому Индра, когда он осознал, что он совершил великое оскорбление, то Индра он не пошел к Кришне непосредственно. Он попросил корову Сурабхи, что сначала иди ты, а я пойду за тобой, поскольку Кришна очень недоволен мной. В Кришна-лиле он совершил оскорбление. И вот в этой лиле также Сурабхи-мата, Индра-махарадж, они в Сурабхи-кунджи совершают баджан. И после этого Гуранга Махапрабху явился им, благословил их. И после этого у нас есть возможность пойти в Свананда Сукханда Кунджа. Свананда Сукханда Кунджа – это вечное место, где Шрила Бхактивинода Тхакур совершает баджан. Свананда или Ананда Сукханда Кунджа – это и там Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что это Нандаграм. Это место не отлично от Нандаграма, как это понять? Не каждый может. И Бхактивинода Тхакура чувство в сердце, и поэтому он установил Нандишвар Махадева там. И там Нандишвар Махадев установлен Бхактивинодом Такуром, и Бхактивинода Такур пишет, что это Нандаграм. И вот Нандаграм там, и у вас есть возможность видеть Нандишвар Махадева и Баджан Кутир Шрилы Бхактивинода Такура, и божества установлены Бхактивинодом Такуром, их украли. И те Гуру Гададхар, эти божества украдены были кем-то. И после этого Шрила Прабхупад опять установил эти божества. Если первые божества хотите увидеть, у меня вот где-то фотография была. Они были в Навадвипе, их фотография была опубликована в Навадвипе Дхам Махиме и в книге Бхактивинода Вани Вайбхав. Обложки фотографий этих изначальных божеств. И Кришнадас Бабаджи Махарадж, он служил Бхактивинода Такуру всю свою жизнь, и его самадхи тоже там. И Баджан Кутир Бхактивинода Такуру, он там чуть выше, но там там был ремонт, все перестроили там. Still today you can have the chance to see all articles there. Но сейчас там, в общем, то, что осталось, можно пойти посмотреть там все вещи Бхактивинода Такура, которые были. А внизу Бхактивинода Такура говорил Харикатху. И вот в каком-то году. That building after retirement, Bhaktivinoda Thakur making this building. Это примерно в 1898 году было, когда Шрила Бхактивинода Такур построил это здание. А божества были сверху, то есть на втором этаже. There is one small grouping in a wall. То есть там было углубление в стене, где находились эти божества, Шрила Бхактивинода Такур смотрел на них и повторил Харинам. А внизу было сиденье из цемента. И Бхактивинода Такур сидел там и говорил Бхагават Катху после обеда. И Шрила Горкишвара Дас Бабаджи Махарадж, он приходил и слушал Харикатху. Если никого не было, там Кришнадас Бабаджи Махарадж говорил. Был Кришнадас Бабаджи Махарадж. И вот смотрите, это место потом разрушили, построили кухню какую-то там, еще что-то. В общем, те, кто был там много в 80-х годах, мы знаем, что там было до того. Это там было то самое конкретное место, где Шрила Бхактивинода Такур объяснял Бхагаватам, а Гуркишвара Дас Бабаджи Махарадж, он слушал Бхагаватам от Шрилы Бхактивинода Такура. Это было
то место. Это место зовется Киртанакабхакти. Годрумдвип – это место Киртана. Годрум – это очень большое место. Годрум – это не маленькое место. Я могу послезавтра тоже обсудить, поскольку времени не хватит на все. Годрум – это очень большое место. И Прабхунананда Сарасватипад. Праманканда, с различных Пуран, Вед, Веданты и Прабхутананда Сарасвати, он приводит все эти доказательства, что это Навадвип Дхамма, это наивысшее место, а Годрум – это самое наивысшее место. Вы не можете сравнить Годруму ни с каким другим островом, хотя не все эти восемь лепестков лотоса, олицетворяющие Навадвипу, они, несомненно, очень велики и высоки. Антардвип – это сердце, это центр, но будьте уверены. You can remember this kirtan? No. Помните этот киртан? You don't do this kirtan? Поете ли вы его? Гуру Кипа Кури Гуру Боно Маже Годруме Ди Ачастан. В этом киртане говорится, что Годрум – это наивысшее место. And after that, и после этого продолжаем. And one thing very important, if you go, если вы дойдете до Сурабхи Кунджи, Сванада Сукханда Кунджи, then you can reach one spot that is called, you know, Harihar Khetra. Мы дойдем до Харихара Кшетра. Харихар Кхетра – one place. Харихара Кшетра – это место, где можно увидеть, оно не отлично от Варанаси. Я могу сказать, что это больше, чем Варанаси, поскольку Варанаси, оно соприкасается с городом, и поэтому его слава более велика. И вот там Шанкар Бхагаван совершает баджан, и он получил даршан Гуранги Махапрабху в том конкретном месте. И Махапрабху обнял его. И таким образом Харихара, они приняли такую совмещенную форму полу-Кришна, полу-Шива. Это тоже большая сиддханта за этим. Как можно сказать, что Кришна не отличена от Кришны? Вишвана Чакравартипад говорит подобно тому, как Гурудев, он Сакшат Хари, приводит эти шлоки. How you can speak that he is identical to Krishna? Как можно сказать, что он не отличен от Кришны, Махарадж? Но можно сказать, но подобно тому в чувстве, ну о том, что он очень дорог ему, что невозможно, ну из его чувства любви. Это не значит, что нельзя сравнить с Радха Говиндой. Это другой вопрос, поскольку Радха, она не отличная от Кришны на 100%. А здесь эта философия относительно чувства, их глубокого чувства, что Кришна и Шива, Кришна не может отделить Шиву от себя. Но там, когда Гуранга и когда Радха Говинда не объединяются, это другая философия, она полностью отличная. Кришна, он не отличен от Радхарани. Понимаете? That's why in the glorification, поэтому в прославлении и славе Бхагаватам Махатме в Сканда Пуране, там можно найти Са Эва Са. Са значит Кришна. Са значит это во множественном числе. Есть Са и Са. Кришна, Са Радика. Ну, то есть, значит, он не она. Атхат Кришна is equal to Рама. В общем, говорится, что это не отличен друг от друга, и также полушива, полукришна там находится, и там можно получить милость Шанкара Бхагавана, поскольку это решение Шивы, что те, кто оставляет тело там, Шива даст им Тарак Брама мантру в их ухо, они будут, те, кто умирают там, в том месте, это обязанность Шивы повторить Махамантру в их ухо. И вот сиддханта в этом, поскольку Каши
говорится в Бхагаватам, вот эта шлока, что если оставить тело в Варанаси, то мы обретем мукти. Но что значит мукти? Когда вообще Сиддханте, суть Сиддханты в том, что без Вишну никакие полубоги не могут дать нам мукти. И как это тогда? Это разве ложь? Без Вишну таттвы никакой полубог не может даровать нам мукти. Никто. Then what about this philosophy? А что насчет этой философии, что Каши Маранат Мукти? И Джива Госвами Пад своей Сандархи объясняет, это значит постепенно, такое постепенное мукти. Не сразу вы обретете, а обретете возможность обрести мукти. То есть вы услышите Харинам, Шанкар Бхагаван благословит вас, вы получите более высокое рождение, которое благоприятно для Хари Бхаджаны. Будете совершать бхаджаны, так постепенно, постепенно получите освобождение. Каши Маранат Мукти, значит Крама Мукти, такое постепенное освобождение. Есть два вида освобождения. Одно это прямое, непосредственное освобождение, те чистые вайшнавы, которые являются в этом мире, после того, как они оставляют это тело, они получают освобождение, но достигают Кришны непосредственно Вриндаван Дхама. Для них Крама Мукти, то есть постепенное освобождение, не применимо, а другие преданные, согласно их уровню, им может быть дать шанс первый, второй, третий, такой Крама Мукти, постепенное освобождение. И вот из Варанаси, если вы посмотрите дальше, вы увидите Алакананду, а за ней Мададвип. И вот в том Мададвипе, те Саптариши, семь риши, они пришли и совершают баджан там и воспевают имена Господа Гауранги. Это Намишаранья, где было собрание Бхагаватам. Бхагаватам в нескольких местах говорилось. И первое Бхагаватам это где Шукадев Госвами Парикшит Махараджа, второе в Наймиш Кшатри, третье в Гокарна. Это я дальше могу сказать, следующая другая тема. И вот это место зовется Наймиш Кшатри, Намишарани. И там семь риши, саптариши совершали баджан с экстатическим чувством, и Махапрабху явился перед ними и благословил их. Они обсуждали между собой славу Гауранги перед тем, как Махапрабху явился перед ними. То Шанкар Бхагаван, он был очень вдохновлен слушать горы лилу. Он пришел и сказал, что они воспевают славу Гауранги, и я должен слушать это. И Шанкар Бхагаван, он взял у Брама этого лебедя, на котором Брама путешествует, чтобы побыстрее долететь. И вот Шанкар Бхагаван полетел на нем, но Гора Лила, он услышал Гора Лилу по пути и упал без сознания от счастья на этом лебеде. That very deity you can get there. И в тот самое божество можно увидеть там, где в Хамсабахане. Хамсабахан это, но можно пойти посмотреть, у Шанкара там лежит без сознания на этом лебеде. И то самое конкретное божество там. Была такова система до, ну, последние 5-6 лет было правило такое, что в течение всего года It was a system that the Hamsabhan used to stay in water, inside water. Inside water. Never coming out. То есть никогда из не. But when the day coming to get take puja, I mean Sip Chatudasi, you need to give some bubbles come, boo 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 boo. Then everybody can hear is Shankar flowing here and there.
выходил из воды во времена Шива, Читурнуши, там от него, а во время пуджи Шива Читурнуши, Шива он испускал воздух и по этим пузырям, уходящим вверх. Можно было увидеть, где Шанкара находится, но однажды потом какие-то мусульмане украли это божество, но его семья была все быстро померла, и мусульмане вернули это божество, и потом эти преданные, какие-то преданные построили храм, можно пойти посмотреть. То есть, ну, то, что находится в воде, уже такого правила нету. Хамса-бахам называется как-то. Можно обрести прему, получив его даршан. Все преданные, каждый экадыши, они играют на бриндангах, совершают киртан, танцуют, идут к нему, получив даршан. У нас есть такая возможность. Хамса-бахан. Это место называется. И вот, после этого, я уже сказал вам, вот Мададвип и на том берегу реки, и потом Суварна-Вихар-Кшетра. Был царь Суварна-Сен. И вот в возрасте, вот во время Сатья-Юги Суварна-Сен, он слушал славу Гуранги от Нарады, он чувствовал экстатическое чувство в своем сердце, и этот Суварна-Сен Раджа, он потом явился как Будхиманта Кхан. И до сегодняшнего дня можно получить Суварна Вихари, там есть камни, камни Сатья-Юги, остатки его дома, и там можно получить место Суварна Вихара Ата Махапрабху в его золотой форме. Эта вираха была украдена, его потом опять установили, и потом там жил Будхиманта Кхан, у него было служение такое, он заплатил за всю свадьбу Гуранги Махапрабху. Ну, это долгая тема. So better I can discuss this point day after tomorrow. Tomorrow I can. I like to discuss. You are all devotee. You are giving this facility to this bhajan. What to do? So from there we can go to Panchanan Khetra, where Chaitanya Mahaprabhu while doing Godrum Lila. I can discuss in detail. So now I stop. Actually, one point I'd like to clarify. Еще хочу прояснить с прежнего дня. Пракашананда, Пракашананда и Прабодхананду Сарасвати, вы должны помнить. Если кто-то спрашивает меня, Махарадж, как это возможно, когда Прабодхананда Сарасвати принял саньяс, почему он где-то жил, а может быть у него саньяс из Шри Сампрадая, но почему он жил в Шрирангаме, хотя его дом в Шрирангаме, он не должен жить в Шрирангаме, поскольку его дом там, этот вопрос такой спрашивает. Махарадж, как это возможно, что он жил в своем родном городе, он должен уйти оттуда, он же саньяс принял, я сказал. Я уже, смотрите, Шрирангам это просто Вайкунтха. Нет, это проявление Вайкунтхи. Если ваш дом на Вайкунтхе, в Шрирангаме, после того, как вы приняли саньяс, если вы не привязаны к дому, вам не нужно там, не обязательно уходить, поскольку это кшетра.
кто? То есть много саньяси во Вриндаване, я могу показать вам их предыдущий дом, они во Вриндаване были. Они приняли саньясу и пошли жить в Говардхане, в Нандаграме, но в Раджадхам, Вриндаванам они не оставляют. И вот этот вопрос, ну, я должен ответить, поскольку кто-то спрашивает у меня часто, поскольку такого правила, после того, как вы приняли саньяс, вы не должны жить в вашем... Ну, в вашем месте, где вы родились, в вашем родном городе, чтобы не встречаться с родственниками и прочее, но он освобожденная душа. И вот Прабхупада Сарасвати, если ходил, может быть, в свой предыдущий дом, он шел в свой предыдущий дом только для того, чтобы встретиться с Шри Чайтанья Махапрабху, поскольку это сам изначальный Верховный Господь. А для чего, собственно, мы приняли саньясу? Чтобы достичь Верховного Господа. Если Верховный Господь пришел к вам домой, то... Вернуться в такой дом — это не будет нарушением саньясы. Сам Шри Чайтанья Махапрабху, Верховный Господь, Прат Паракилешвара, кто дарует прему, кто может оставить такую возможность? Люди могут критиковать, но это единственная причина.